И мы сейчас тоже попали в такое приятное ароматное лето, потому что эта выставка называется «Краски лета». С помощью живописи можно передать красоту окружающего мира, определенное настроение и даже эмоции автора. Лето богато яркими цветами и пейзажами. Посмотреть, как художники передали это время года, можно на выставке «Летние краски» в Первой Одинцовской библиотеке. На самой выставке представлены работы не только художников-живописцев, представлены еще работы акварели, работы маслом, графика представлена. И также у нас представлены фотографии, фото художника, работы тоже. Все посвященное лету, Одинцовскому округу и не только, и приятным путешествиям. Открытое окно, зеленые деревья, на подоконнике арбуз и сладкие яблоки. Выполненная масляными красками картина стала афишей вернисажа. Такой натюрморт написала художница Светлана Кулик. Много лет она преподает искусство детям и взрослым. Ну, я учу их писать. Приходит иной раз, вообще кисточки никогда не держали. А сейчас уже шедевр пишет. Я очень довольна. И портреты пишет, и пейзажи, и натюрморт. А Тамара Старостина выбрала для выставки акварель с полевыми цветами и клевером. Работа в этой технике сложная, требует быстроты и определенных навыков. Свое вдохновение она находит в природе. Часто я посещаю родники Звенигородские, езжу за водой, хожу по красивым полям с ромашками, с клевером, с другими цветами красивыми. И, конечно, не зря здесь появился вот букет полевых цветов. Разная тематика таких мероприятий дает возможность продемонстрировать свои навыки и попробовать новые направления. Выставка будет открыта до 31 августа. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».